Мы что же, Шамиль погнали? принял, погнали. Давайте, друзья. F4. Где же хотели? Он анализирует. Не, Берда! ну мы Берда, вроде я без забыл, что я анализа. здесь Ну или готовил. ладно, как хочет. А, давайте D5. Сейчас посмотрим, Значит, что Шамиль так. подготовил. Так. Запретим рокировочку. У него E3. Стандартный дебют Берда Так. получается. Так. Такие позиции у меня все время, друзья. Это абсолютно нормально. Окируемся. Давайте конь c3, да. d4, наверное, еd будем Так, стоит выбивать. ли e4 бояться? И потом коня на e4 в конце Давай так. перебоев всех. Сюда Шамиль играет. Окей. Так, вот тут, кстати, уже Не d4 думаю, где-то что сильно есть у плохо. него ход. Давайте, может быть, конь Да, e5 всем тогда привет, заткнем всем пока привет. что. Пока проигрываем 1,5 на пол. Это Потом, неприятный может, ход. d4 попозже. Ну, После в принципе, размена конь ладно. d7, d4 с темпом это абсолютно нормально. Пойдем теперь сюда. И я думаю, рокируемся. Сюда рокируется. Я думаю, Шамиль, что кстати, сказал, что он там на можно... чемпионате России чуть ли Пойти не же второе место 5, может. занимал. Кстати, конь d5 грозит, слона съем. Если же 5. Так что Шамиль серьезный парень. Слишком агрессивно. Наверное, Недооценивать не F6 стоит. правильно. Да. У меня Пешка какая-то сильная, похожая позиция поменяем. была против бардыка. Так, ну что, конь d5 можем пробить, нет? Конь d5, ЕД, ладья f5, ФЕ. Мне кажется, это неплохо, с учетом того, что я получу двух слонов. Давайте попробуем. Мелкая Вау. тактика. Опа. Признаюсь честно, я это зевнул. Но мне чуть повезло. ФЕ, да, ну не знаю. Чуть-чуть обострили позицию, друзья. Давайте Е4 еще, чтобы слона на G5. Прикольная позиция Центр получается. Каждая партия открывается. творческая с Грозит Шамилем. слон G5. Хочу слона на Думать G5 выкинуть тут. заставляет. Пошустрее. Там, конечно, на d5 где-то можно было сесть, но выглядело это все очень стрёмно, так что я решил не рисковать. На ED, вот, может быть, Так, слон спасибо за g5, на конь f6, поддержку. Мы e5, там у меня у считаем самого тесно варианты. защищен, Забрал но слон хотя бы активная G5. игра. Очень активная позиция получится. Ферзь сюда. Друзья, всем привет, кто пришел смотреть наш матч. Надеюсь, вам понравится. Играем для вас, для Спасибо, красоты. спасибочки. Так, друзья, надо, наверное... Будем разные дебюты пробовать. Ну вот, не знаю, что-то Критический Шамиль момент. против дебюта Берда вроде Меня подготовился, а заставляет позицию думать. получил так себе. Ладно, давайте. Ладно, давайте так сделаем. Мораль истории. Не стоит наезжать на Берда. Так. Надеюсь, глобально Ну, ничего не ладью, по идее, зеваю. надо убирать теперь. Так, c3, ed, cb... Не, стоп, ёлы-палы, что я считаю вообще? Да, это я видел издалека ход, но что-то думал, что у меня тут все окей будет. Сейчас проверим. Честно говоря, ed, что-то может быть, странно ферзем я сделал с этой отступим. позиции. А, куда отступать-то? Неужели Но на вроде бы d1 так надо, тоже потому что там неплохо. иначе конь e5 как-то под темп встаю? Сложно, сложно. Это не 900 рейтинг катать, У него, правда, все спидранчик. равно есть идея конь e5, конь Так, вернем слона g4. на Взял-взял, базу. и там атака. Может быть, слонов даже подменять, чтобы не было всего На этого пешку кошмара. напали. Но он тогда h4 пойдет, правда. А он все равно хочет h4. Да. Немного неприятно Тут получается тут. фиаско. Как-то я считал, что у Там меня уже будет совсем делать, что хорошо он все. будет Но еще делать. нет. Он Может, h4 там не меняется. остановить мне было особо. Он Самому хочет h4 не хотелось играть, меняться. там конь Он не попадает, когда на хотел g4. меняться. А, вот это, кстати, Мы не не знаю. Мне хотим кажется, может, и не так опасно меняться. все. Нам не h4. нужны разменные. Времени опять Король g1, d3, мало. да? Это страшно или нет? Может, a4 пойти? Я почему-то волнуюсь. Слон бьет e5, не хочется как-то бить. Вот Хотя слон e5, слон такая e5, вот h4. Там песня. g5, правда, он будет атаковать. В Шамиль, голове, видите, блин, горящий парень, играет. он прям атакует везде. Паника, внимание, паника, 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 паника. H4, не ходи, Ладно, я давайте отсюда так. пошел. Придумал после долгих раздумий такой ход только. Так, и если мы... Такой ход? Да, h4, он давит. Ну, ладья d1 может. Чтоб на hg просто король h1 уйти. А, он может сейчас хочет конь g4. Ладно, давайте пробьем просто и... Так как-то. Пускай бьет на g3, не так страшно. Король h1, я в принципе отойду, там все окей.
Да, наверное, так. Ну, пошли в атаку сами. Если бьет там все-таки ладья c1, какие-то есть идеи. Не боится, Шамиль, окей. Ой, блин, я зеваю ладья h3 же. Там придется уходить. Хотя, так, может, это и не зевок. Пойти-то? Еще пешку. Да, вроде пока не работало, к счастью. Давайте шах, чтобы не было этой Тут штучки. Было не обязательно, в принципе. Не было этой истории. И пока на e1 ладью. d3, правильно. Можно так скинуть. Где-то мат попробовать поставить Шамилю. Ой, ладья h3 уже работает. Так, ладно, давайте, чтобы ладья h3 не было. Сюда пойдем. Взял еще. Поел у Шамиля фишки. Сори, Шамиль. Блин, не успел. Ух ты, я выиграл. Плохо разминался сегодня. Видите, друзья, Шамиль реально быстрый. А я, видимо, не очень. Ну, молодец, Шамиль на самом деле хорошо нагнетал. Получилась довольно острая борьба. Так, друзья, счет 1.5 на 1.5. Видите, вы говорили, с Шамилем будет легко. Так, кто-то на 60 рубасов подъехал. Спасибо большое за старание. Нельзя думать, да, я что-то долго задумался. Я был сильно впереди по времени. Так, мне нужно... И долго там в один момент задумался. Надолго. Мне нужно 5 минут пойти умыться. Все нормально, друзья. Сейчас водички попьем. Восстановимся.